своими глазами. Как сообщает Государственная гидрометеорологическая служба, мороз и солнце, но без снега, ожидаемого в зимние праздники, прогнозируют метеорологи на эту неделю. По сообщению синоптиков, в последующие дни в стране ожидается температура от минус 6 до минус 1 градуса днем и до 12 градусов мороза ночью, передает Мотпресс.МД. Холоднее всего, как обычно, будет в северном регионе, но с пятницы 24 декабря морозы постепенно отступят. Так что в понедельник 27 декабря термометры покажут максимум 11 градусов выше нуля. Дни перед Рождеством по новому стилю будут морозными, но без снега, которых обычно ждут на зимний праздник. 21 декабря 2021 года в 17:59 произойдет зимнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.